Может, поедем? Поехали. Романтики. Да поехали же! И вечный бой покойным только снится. Пошли. Вперед! Со мной! Сами видели, товарищ майор, ну какой же это помком взвод, курган сапог найти не может. Вот он, сапог-то нашелся, и я его под кровать зашвырнула. Выказалось. Бойцы, кажется, с передовой снимут ужасно до жизни жадные, а я нарушение устава никак терпеть не могу. Здравия желаю, товарищ майор. Пять суток. Не дается она без платка-то. Ладно, давай. Ты мне рапорт, я тебе выговор. И новых солдат. А потом опять все сначала, так что ли? А вышлите не пьющих. Не пьющих, а чтобы насчет женского полу. Явнухов, что ли? Начальству видней. Порядка в расположении навести не можешь. Бабы, бабы. Гражданское население мне не подчинено, сами говорили. А от них все зло. Товарищ майор, зашли бы в дом. Самоварчик не остыл еще. Нет, спасибо, надо ехать. Ладно, Васков, ладно. Слушай, помком взвода, вытряхивайся в распоряжении штаба. Есть. А тебе, Васков, я пришлю таких, которые от самогонки юбок, но своротят живее, чем ты. Может, останемся, товарищ мой? Поехали. Добился. Хорошие мужики, хорошие. Да и мы тоже виноваты. Коменданту наше почтение! Не поминайте лихо!
Неаккуратно поступает начальство. Ох, неаккуратно. 3 дня уж как объект без прикрытия. Да, погорячился майор. Задал себе задачку. 2 отделения подходящих найти не могут. Тихо-то как стало. А все из-за вас. Выселить весь женский пол из прифронтовой полосы. Соловки! Так ведь это как же? Обстирать вас и то. Зенитчики прибыли. С командиром прибыли? Не похоже, Федот Евграфович. Слава богу, власть делить хуже нету. Ребята, зенитчики приехали! Прибыли! Прибыли! Так точно. Первое и второе отделение 3-го взвода 5-й роты отдельного зенитного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает помком взвода Кирьянова. Так, нашли, значит, непьющих. Принимай. Живее разгружайтесь. Живее, живее, нам все обратно. Заноси. Да что-нибудь полегче. Кухню на берег. Чего, не надорвешься. Ноги не держат. Живее, девчат, разбирайтесь. Зенитчики, между прочим, по хатам жили. Так то зенитчики, а мы зенитчицы. Подушку где? Держи. Извините. Мы вместе с тобой будем? Как звать? Внимай матрас. Бричкина. Лизавета. Откуда будешь? Вологодская. В колхозе, что ли, работала? Работала. А больше отцу помогала. Соображаешь. Давайте стол на место поставим. Значит так, из расположения без моего слова ни ногой. Даже за ягодами нельзя? Ягод еще нету. А щавель собирать можно, товарищ старшина? Нам без приварка трудно, отощаем. Не дальше речки. Аккурат, в пойме прорву его. Люда, Вера, Катенька в караул. Это как понимать? Что, товарищ старшина? Катя разводящая. Благодарим за доверие. Вот это вот. Развод караулов полагается по всей строгости делать. По уставу. А это насмешка полная. А устав? Устав для солдата? Это же... А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего лично для соблюдения секретности. Шли бы вы отсюда. Нам прибраться надо. Кстати, о помещении побеспокойтесь. В каком еще помещении? Кустов поблизости не наблюдается. А устав? Устав это для солдата? Старайся, Федот Евграфович. Гляди размером, не ошибись. Ты не очень труждайся. Ты ведь у нас теперь один остался. Вроде как на племя. По дворам ходить будешь, как пастух. Ты, Полина Егоровна, совесть пойми. Солдатка-то ли дамочка какая? Ну и веди соответственно. Евграфич, может и мого кто не то пригреет. Ему поди тоже не сладко. А баба, известное дело, щипком жива. Так что благодарность тебе от нас, от баб. Мария,
У тебя самогонка есть? Пойдем пить чай, Рит. Девочки, отбой! Трудно все ж таки бабам на войне. Они добровольно все. Ну что, молодые, здоровые, грудь колесом. Колесом. А ну как в груди эти осколком зазубренным.
когда в помещение входите, товарищ старшина. Тут вам не хлеб, а казарма. Это что? Неужели не узнаете? Демаскирует, снять немедля. А есть приказ. Какой приказ? Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах именно в целях маскировки. Проверю. Если нет такого приказа, сам все посымаю и сожгу. Кто это вам разрешит казенное имущество жечь? Имущество. Смотрите, какой чувствительный старикан. Ладно вам. Гуляете? Гуляем. За речкой? За речкой. Нехорошо подсматривать, товарищ старшина. А ну-ка, снимайте пояса. Снимайте, а не то я силу применю. А теперь, товарищи бойцы, ступайте к своему командиру и доложите, что комендант арестовал вас на 3 суток за нарушение режима в прифронтовой полосе. Бегом! Марш! Они думают меня на свои женские штучки взять. Хахаля нашли. А может, и не надо бычиться, Федот Евграфович. Они вас промеж себя старичком величают. Вы глядите на их соответственно. Стучать надо, когда в помещение входите, товарищ старший сержант. Тут ведь вам не хлев. Вот уж не думала, что вы при хозяйке-то нагишом ходите. И давайте впредь договоримся, что за порядок в своем подразделении я отвечаю. Может, вы и за порядок в уверенном мне гарнизоне ответите? Не отвечу, если надо будет. А то окопались тут, да еще командуете. Это кто окопался? Это он окопался! Да из его еще, почитай, 16 осколков не вынутые. Да ты на его грудь глянь. Почище, чем у тебя будет, побольше блестит. Окопался. Да он, ишь, что он думал, а? Эти спусти какие-то не будут во всех. Вот вам ихняя амуниция, товарищ помком взвода. И попрошу назначить занятие по уставу. Лично проверять буду. Ребята, живей! Первый расчет направо. Второй расчет налево. Население все!
140. Есть скорость 140. 18. Есть 18. Короткими. Цель поймана. Огонь! Они сразу по двум бьют, дурехи. В один надо было целить, в один! Указываешь! Девки воюют, а ты как дракон в щель забился, герой! Ты туда иди, к ним! Чего сереть, баб, просто пырил? Помолчи! На войне у каждого свое место! Что, Лизавета? Ну как она? Уточни наводку. Короткими. Стреляй, Рита! Стреляй! Цель поймана. Огонь! Куда? Живьем возьмем. Вернись. Молодец, Осянин. Готов. Так у него парашют не раскрылся. А может, раненый? Чего, Озере он там ему не слад. Брось, Рит. Не трать патроны, все равно не попадет. Второй болтается. Смотри, Васьков спасать поплыл. Она сейчас возьмет. Интересно, в воду упадет или в лес? Стой! Попала. Ладно, брось переживать, все правильно. Нет, неправильно. Живыми надо было брать, живыми. Пошел ты! Сам знаешь, их дорогу указать. Сильно! Товарищ майор... Больно. Сам вижу. Чья работа? Младший сержант Осянина, лично. Не лично, а с отделением. Молодец, Осянина, представим к награде. Не надо мне наград. Летчика взяли? В озеро они попадали. У одного парашют не раскрылся. Другой сам в руки шел, она по нему. Жалко. Вот и я говорю, что жалко. А зачем им понадобилось ваше расположение разведывать, а? Васьков. У нас двое раненых. Раненых мы заберем. А я вам пополнение привез. Знакомьтесь.
Можно вас на минутку? Привет новобранцам. Ух, красивые. Надолго? Такие. Как понравится. А с пашки-то гляди фасонные. У вас экскурсия, что ли? Ага. Да. Женщина на фронте, вы сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания. Но есть случаи, прямо скажем, нежелательные. Зачем вы мне это говорите? Да нет, я откровенно. Один штабной командир, между прочим, женатый, завел себе, так сказать, подругу, что ли. Ну и при чем тут я? Да нет, вы не обижайтесь, вы послушайте. Ну, а член военного совета узнал об этом. Полковник того в оборот, а мне приказано подругу эту определить к делу. Понятно. Разрешите идти, товарищ майор? Где найдется, не волнуйся. Ступай. Я не волнуюсь. У девушки Рита идет. Командир отделения Осянина. Боец Камелькова. Боец Гурвич. Он, а вон и вам-то. Не надо мне наград, за место служу Советскому Союзу. А у меня в конце 4 класса медведь отца заломал. При чем тут медведь? Я старшой. А кроме меня 7 ртов. Пришлось образование закончить. А у них, поди, у всех по 10 классов. От 10 4 будет 6. Выходит, я от них на больше отстал, чем сам имею. Не могу я с ними, товарищ майор. Отправьте меня на передовую. Чего, простудился, что ли? Так точно, товарищ майор! Восков! Вот, и дневального даже нет. Вот что, Восков, устрой-ка ты девчатам хорошую баню. Будьте покойны, товарищ майор, устрою. Ой, порядок. Я уж и сам с ними хотел. Чего-чего хотел? По уставу. Да тут, понимаете, тревога. Да нет, настоящую баню, с паром. Скорее выздоравливайте, девочки! Постарайтесь к нам вернуться! Пишите! Ты зачем от награды отказалась? У меня свой личный счет имеется. Ишь ты, какие мы самостоятельные. Не могу я понять некоторых. Меня, что ли? Ну, хоть бы тебя. Ага, доложили уже. Ну, давай, воспитывай. Сейчас будешь воспитывать или уж потом, после отбоя? У меня был муж, Женя. Отбил кто-нибудь? А ты не жалуйся мне, я не пожалею. Не отбили, а убили 24 июня. А как он на финскую-то был? А у меня это тоже за финскую. Ну вот, когда он, значит, в снегах-то там загибался, жена его с полковым ветеринаром загуляла. Он мальчонку-то потом через суд вытребовал. И отправил мамаши. Объявляю на завтра по веренному мне гарнизону банный день. Мыло у меня получите. Я потому сюда и попросилась. Поближе к нему и маме. Теперь и не одна. Завтра опять пойду. Счастливая ты. А у меня никого нет. Братишку, сестренку, маму. Всех из пулемета уложили. Обстрел был? Нет, расстрел. Семьи комсостава захватили и под пулемет. Меня Истонка спрятала в доме напротив. Я все видела. Женя,
А как же полковник? Как же ты могла, Жень? Могла вот. Майор Лужин прибыл в ваше распоряжение. С прибытием. Знакомьтесь, моя дочь Евгения. Двоих давай. Кому? Мне и Татьяне. Третья оставь себе. Спинку кто потрёт? Комендант. Нет, прав, девчат, а чем комендант не мужик? Надо его по жребию разыграть. Да ну, вроде по деревне пенёк замшел. Запасть 20 слов, да идти из устава. Несерьезно. Не скажи, хозяйка его очень даже им довольная. Неправда это. Влюбилась. Тюрилась. Наша бричка на девочке в душку военного втюрилась. Хотим, может, свадьбу сыграем. Стыдно. Ты б не все, что у баб узнаешь, нам пересказывала. Подумаешь, вдова героя. Молчала бы сама. Я, между прочим, товарищ старший сержант, очень нервная, и терять мне нечего. Что ты сказала? Не надо ссориться, девочки. Давайте я вам стихи почитаю. Хотите? Ну чего ты, дурёшка? Не знаю я, Рита. Ничего я не знаю. Мы на кордоне совсем одни жили. Отец лесник был. Мне мама всегда говорила. Ты верь, доченька, верь. Может, и придет она завтра, счастье-то. Не обойдет тебя стороной. Завтра.
Кто там? Я. Что, скучно? Скучно. Глупости не надо делать даже со скуки. Повесни открытку прислал. Тебе надо учиться, Лиза. Приезжай в августе в город, устроив технику с общежитием. Это в прошлом, в 41-м году было. Ты верь, Лиза. Обязательно верь. Может, и верно, счастье-то рядом ходит. И придет оно к тебе завтра. Только обратной дороги к нему нет. Пройди опасные года, тебя подстерегают всюду. Но если выйдешь цел, тогда ты, наконец, поверишь чуду. И, наконец, увидишь ты, что счастья не надо было, что сей несбыточной мечты и на полжизни не хватило. Что через край перелилась восторга творческого чаша, и все уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь. И только с нежной улыбкой порою будешь вспоминать о детской той мечте, о зыбкой, что счастьем привыкли звать. Соня, почитай еще, а? Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно. Как дай вам Бог, любимый быть другим. Ну что ты? Что? Что с тобой? Хорошо, Осянина. Она и замужем успела побывать, и родила. А я с 18 лет в этой шкуре, мне ведь тоже! Не надо. Все будет.
Павел! Павел! Товарищ полковник, решите обратиться. Чего тебе? Ну, вот. Откуда ты, Женя? Тоже свой личный счет имеется. Кому? Камельковой. Кому? Четвертак. Возьми, Рит. Не надо же. Возьми, возьми. Кому? Ёлкину. Кому? Девочки, только не убивайте меня, я вчера все слышала, нечаянно. Кому? Мне? Я никому ничего не скажу. До самой смерти. Ну что, кажется, себя не забудь. Вот здесь сахар-концентрат не остается. Сыграйте с вами, девчата. Возьми, Рита. Хорошие вы мои. Отделение! Стой! Вольно, разойдись. Зарытый, товарищ старшина. Нет, купаться. Вода холодная. Не поморозились бы. В баньке-то лучше. Вдруг рак хватит. Пошли с нами, а? Спинку потрём. Не помойте, конечно. Да погодите. Погодите. Да ну вас, русалка. У тебя кожа прозрачная. Хоть скульптуру лепи. Красивая. Такую фигуру в обмундирование паковать. А ну-ка, я вам сейчас парту подбавлю. Погодите! Ребятишки, не трожьте ничего! Ой, хорошо. В солдатской жизни баня первое удовольствие. Вот станем мы старыми, будем мы внуков нянчить, и вспомним мы про эту баньку. Сперва детей родить надо. Ой, девчонки, что ты погляди-ка. Хорошее белье моя слабость. Вот оденешь эту слабость,
Я тебе влеплю наряд вне очереди. Да я уже столько нарядов за это переполучала. И все-таки носила. Да и одевать-то зачем? Ой, девочки, какая же я страшненькая. Ну что, Галка? Ну, Галка, иди сюда. Фу-фу, с мокрой. О, какая стройненькая. Ну, мы все такую красотку сделаем. А что, давайте бал устроим. Давайте. С какой такой радости? А не с радости, так назло. Вот деревня наша, вот Легонтово озеро. Мурманская железная дорога. Беломорский канал. А вокруг стрелки да кружочки. Зачем, а? Все дороги обозначены. И все-то им известно. Все да не все. Вокруг озера путь знают. И болото обозначено, и обозначено, что непроходимое оно. Девчонки-то у Полин патефон выпросили. Не иначе гулять будут. Ты гляди, как бы не напились после баньки-то. Я им загуляю. Шей, ну скоро, тихо. Можешь ставить другую пластинку? Сейчас. Тихо! Женька! Давай! Иди. Ой, Женька, ты колдунья. Ой, жалко, кавалеров нет. Ну что ж, была не была. Ну, Галка, вот это да.
И пишет тебе? Конечно, каждый день пишет. Вот это жених. Красивый, нарядный, блондин. Как зовут-то, как зовут? Все вам расскажи, как зовут. Да, да. Да? Ну, молодец, Галка. Ордена носит, артист. Ты сейчас в мужичках какого-нибудь завалящего. Да. Нет, бабоньки, а я завтра все-таки коменданта прижму. Темные местечки. Уж если она прижмет от него, только одни усы останутся. Хватит глупости болтать. Еще услышу, настоитесь на часах вдоволь. Зря, Риту. Пусть себе болтают. Пусть влюбляются, слова не скажу. А так по углам лизаться не понимаю. Пример подай. Что, неправду говорю? А ну, стоп! Что-то мы не пели давно. Спасибо. Ты сама, Жень, спой что-нибудь душевное. Да. Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я, страстью сгорая. Прелесть улыбки, нега во взоре, мне обещают радости. Бедному сердцу, так говорил он, бедному сердцу, так говорил он, но не любил он, нет, не любил он, нет, не любил. Сегодня уходим. Это вам. Спасибо. Вы любите, я знаю. Немцы Минск взяли. Доставлю. Служу Советскому Союзу. Поют, товарищ третий, и танцуют.
Не умею я. Есть. Вот и кавалер идет. Ну, держись. Начальник гарнизона, веренное мне подразделение отдыхает. Четверо несут караульную службу, больных нет. Благодарим за баню, докладывает старший сержант Кирьянова. Пляшите, пляшите, я тоже погляжу. Ты вернуться-то успеешь? Боюсь, не успею. Товарищ старшина, товарищ старшина, а что вы больше всего уважаете? Спать пора, девочки, завтра подъем в 6 часов. Ну погоди, Рита. Ну пусть Женя еще споет. Товарищ старшина, тоже послушай. Все, девочки, все, концерт окончен. Устав. Правда, девчонки, так спать хочется. Пошли так, пошли. Пошли. Блин, ты хоть не уходи. Самый дождь, телефон сейчас промок, мы принесем. Ну, раз такое дело. Ну, спать совсем не хочется, светлее. Ну, ладно, девчата, отбой. Всем спать. Hey, wo bleibst du denn? Nun komm doch endlich. Schreit doch nicht so, ich komme schon. Naja, ist aber Wald und Dschungel. Pass auf, hier muss doch irgendwo ein Fußweg sein. Ja, ich glaube auch. Da ist er, komm raus, da ist ein Fußweg. Ja, ist was leichter, ja. Diese verfluchten Mittel hier sind eine Plage. Gib mal her den Koffer, ich trag mal. Schlepp du jetzt mal. Psst. Was war denn das? Hast du das gehört? War doch was. Ach nee, bloß ein Vogel. Komm, geh. Na los. Товарищ комендант! Товарищ комендант! Товарищ комендант! Чего тебе? Немцы в лесу. Откуда известно? Сама видела. Десантники. Двое с автоматами. Боевая тревога. Кирьянову ко мне. Бегом! Есть. Боевая тревога! Кирьянова к коменданту! Так точно, я товарищ третий. Немцы в лесу возле расположения обнаружены сегодня в количестве двух. Двух! Младшим сержантом Осяниной я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю, лес прочесать. Разрешите поиск организовать? Ведь двое их немцев-то, двое всего. Я их сам возьму в случае чего. Пока след не остыл. Есть, товарищ майор! Смирно!
Вольно. Давайте, Усяйна, командуйте, кто пойдет. Женя! Галка! Погодите, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. И у них, между прочим, автоматы имеются. Так, чтоб хоть стрелять умели. Умеют. Можно я пойду? Я не возражаю. Да, вот еще что. Может, кто немецкий знает? Я знаю. Вы что, устава не читали? Докладывать надо. Боец Гурвич. А где пилотки ваши? Как по-немецки? Руки вверх. Хэнде хох. Точно. Ну ладно, давай, Гурвич. Идем на двое суток. А что это ты в лесу в 4 утра делала? Просто по ночным делам. Ночным. Я же вам для этих целей самолично нужник поставил. А вы не вмещаетесь. Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана. Нету. Нету здесь женщин. Есть бойцы и есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем. То-то у вас постелька до сих пор распахнута, товарищ старшина среднего рода. Мне показалось... Креститься надо, коли что кажется. Ящик у них тяжелый был. Взрывчатку они несли, и маршрут у них на железку, на Кировскую дорогу, значит. Туда не близко. Зато лесами. Но если так, нужно охране на железную дорогу сообщить. Кирьянова сообщит. Вот эти трофеи, что я из воды извлек, третьему доставишь. Примерный маршрут наш укажешь. Ты ешь, ешь, Усяйна. Так... Ну, дай-ка карабинчик-то. Хорошо, хоть мокриц не развели. Всем чистить оружие и на совесть. От этого положения зависит, будете вы завтра чай пить или нет. Разуться всем! Ничего себе, командочка! Хорошо, что не раздеться. Отставить разговорчики, выполняйте. С такой обувкой много не навоюете. Через 3 километра ноги до кровавых пузырей собьете. Всем обуть портянки вот таким манером. Пора бы уж обучить, товарищ старший сержант. Камельковые сапоги заменить. А то пошибаешь каблучки-то. Ты одна, Мария? Одна. Вообще-то противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет. Значит, сам боится. Живо собирайтесь, затворы. И вот что. В случае обнаружения противника или чего-нибудь непонятного, кто там по-звериному или по-птичьему кричать может. Я серьезно спрашиваю. В лесу голосом сигнал не подашь. У немца тоже ухи есть. Я умею. По какому? По слинам. А что, похоже? Ослы здесь не водятся. Ну ладно. Давайте крякать учиться, как утки. Так селись и нютицу подзывает. Точно. Условимся так. 2 кряка, внимание, вижу противника. 3 кряка, все ко мне. Все понятно, товарищи бойцы? Угу. И кормильцем был, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверей бил. Ну, хозяйственный, хозяйственный. Завтра вернусь, либо крайний срок в среду.
Откуда? Эх, бабы, бабы. Мужику война, это как заяц курева. А уж вам-то. Становись! Живее, живей! Бричкина! Смирно! Моим заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Есть. Про уток не забудьте. Нали! У! Шагом! Арш! Ну, по два. Марш! Галка! Не высовывайся, где не надо! Тять с маманей, живу у тебя? Или сиротствуешь? Сиротствую? Пожалуй, знаете ли, сиротствую. Сама, что ли, не уверена? А кто теперь в чем-нибудь уверен, товарищ старшина? Резон. В Минске мои родители. Я в Москве училась. Готовилась к сессии. А тут... Известие имеешь. Ну, что вы. Родители еврейской нации? Естественно. Естественно. Были бы в Москве, не спрашивал бы. Может, уйти успели. Эх, ядрит ты. Вы ругаться хотели? Вы ругались, я привыкла уже к этому. Ушиблась? Нет. А ну, боец Гурвич, крякни три раза. Зачем это? Для проверки боевой готовности. Ну, забыла, как учил? Кря, кря, кря! Что случилось? Коли что б случилось, так уж вас бы на том свете архангелы встречали. Растопалось, понимаешь, как телушка, и хвост трубой. Устали? Еще чего. Ну и хорошо. В пути ничего не приметили? Вроде ничего. На повороте ветка была сломана. Верно. Молодец. А вы? Ничего не заметили, все в порядке. С кустов роса сбита. О, глаз. Молодец, боец Бричкина. А еще было два следа от ботинок фрицев, десантников. По носкам судить держат они в круг болота. И хорошо нынче побегают, версток на 40. И пусть себе. А мы его возьмем напрямки. Как это? Да не тут. Тропу я знаю. А сейчас... 10 минут покурить, оправиться. Не реготать! Разойдись! Далеко не разбегаться! Держи. На. А зачем это? Прежде чем ногу поставите, дрыгву будете пробовать. Тут слева и справа трясины, маму позвать не успеете. Боец Бричкина несет вещи переводчицы. Есть. К чему? Потому что не спрашивают. Камелькова! Я? Взять весь мешок у бойца четвертак. С удовольствием. Суня, посуби. Давай, четвертачок. Заодно и винтовочку. Разговорчики. Личное оружие каждый несет сам. Я головной. За мной Гурвич, Бричкина, Камелькова, четвертак. Младший сержант Усяйна замыкающий, и что без ошибок. За мной в затылок, след в след. Слегой топь будем. А что это такое слегой? Слегка, что ли?
Чего у тебя в ручке-то? Дубин какая-то. Так вот, это дубина и есть слега, поняла? О-о-о! Б. Даль! Какая еще даль? А словарь такой, товарищ старшина. Евгения, перестань. Ничего. Он а сейчас шутить перестанет. Глубоко там. Местами по... В общем, по это самое. Вам по пояс будет. Оружие берегите. За мной, чтоб ни шагу в сторону. Иди, Галка. Товарищ старшина! Чего тебе? Не стоять, не стоять, засосет! Сапог с ноги снялся! Нашла! Нет! Куда стоять? Я помочь! Стоять! Нет, назад пути! Бричкина, слегу ей протяни! Выбирайся, выбирайся, Камелькова! Собака. За мной, вперед! А как же сапог-то? Да разве найдешь его теперь? Давай, давай, Камелькова, еще чуток! Крепче держись, Женя! Спокойно, спокойно. До острова рукой подать. Идти надо. Вперед! Галка, за мной! След в след! Ничего, девчат, еще чуток осталось. Ох, мать твою, так. Ой. Уморились. Да ладно. А пиявки тут есть? Никого тут нет. Погибельное место, мертвое. Ой. Не бойтесь, газ болот не выходит. Старики бают, в таких местах лешак живет. Кто-кто? Леший, значит. Сказки, понятное дело. Опять даль. Не торопитесь только. Спокойно, спокойно. Здесь передохнем. Ой, хорошо. Умаялись? Умаялись. Отдыхайте покуда. Растяп ты, Галка. Надо было палец-то загибать. Не загибала. Загибала. Ничего. Мы ей чего-нибудь сообразим. Понятно. Только уж за болотом потерпишь? Терплю. Ох, возле баньки-то хорошо, а? Я мокрая. До самых... В общем, вам по пояс будет. Зря бережка не одела. Жень. Поднимайся. Разбирай слеги и за мной тем же порядком. Сушиться, греться. Там будем, на том бережку. Не растягивайтесь. Женя, у тебя зеркальце. Мне в кепку смотри. Жень, ну причем
Покажи мне, Женя. Да и так красивая. Сама давай. Женька, хватит ласкаться там. Сейчас иду. Все готовы? Идите, можно. Ну как, товарищи красноармейцы, порядок? Порядок, товарищ старшина. Не замерзли? Все равно погреть-то некому. Сейчас от тебя пар пойдет. С чего это? Обувайся. Ой, во! Вот чего никакая. Ладно ли? Очень даже, прямо лучше, чем в сапоге. Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. За мной, бегом, марш! Живей, веселей! Ну как, Камелькова, согрелась? Пару не видно пока. Вот здесь Синюхина гряда начинается. С другой стороны эту гряду второе озеро поджимает. Легонтово называется. Монах тут жил по прозвищу Легонт. Безмолвие искал. Безмолвия здесь хватает. Немцам один путь между этими озерами через гряду. И вечный бой. Покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. Товарищи бойцы, противник силою до двух фрицев движется в район Вопь-озера с целью тайно проникнуть на Кировскую железную дорогу и Беломоро-Балтийский канал имени товарища Сталина. Я решил встретить врага на основной позиции и предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все-таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца четвертак. Вопросы. Почему меня в запасные? Несущественный вопрос, товарищ боец. Ты, Галка, наш резерв. Вопросов нет, все ясненько. А ясненько так на позициях лежать, как мыши. Первым я с ними говорить буду. По-немецки? По-русски. А вы переведете, коли не поймут. Ясно говорю? Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нет, и мамань тоже. С немцем хорошо издаля воевать. Пока вы свои карабинчики передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично огонь не скомандую. А то не посмотрю, что женский род. И не спать, вести наблюдение. Все. Позицию. Ну, отличную выбрали. Гляньте сами. Немцы только вдоль берега пройти могут. Будут они на гряду подниматься сейчас эдак три. И все время будут находиться под нашим наблюдением. И на запасную позицию мы сидеть ко мне запросто можем отойти в любой, можно сказать, момент. Но я думаю, что это нам не потребуется, потому что с двумя диверсантами мы быстро управимся. Ты чего стучишь? Я понимаю, что я не дролюшка, и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено. Я наворачиваю. Вижу. Хуючая, как весенний грач. Ноги не держат. У меня конституция такая. Конституция. Вон у Бричкиной. Такая же конституция, как у нас у всех. А все при всем. Есть на что приятно поглядеть. Немцев нам ждать часа четыре. Немцы? Где? Вот и леший. Показалось. Вы подремлите, Федот Евграфович. Ну что ты, Осянина, ты так сморила меня. Будет мне вечный сон, ежели фрицев проворонили. Стрельнут кого из начальства или взорвут что-нибудь важное. Пойди тогда, доказывай трибуналу, почему я вместо того, чтобы лес прочесать, да фрицев прищучить, черти куда попал. Людей пожалел, побоялся вас
в открытый бой кинуть. Это не оправдание. Нет, не оправдание, ежели боевой приказ не выполнен. А может, они спят сейчас, Федот Евграфович? Спят. Ну да, люди же они. Вы сами говорили, гряда – это единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им... 100 верст, вот. Это точно. Да по незнакомой местности, до каждого куста пугаясь. А? Маргарита, как по бачке-то? Зовите просто Рита. Можно? Дорогому защитнику Родины. Подарок. Закуривай, товарищ Рита. Я не курю. А вот насчет того, что они тоже люди, это я как-то не додумал. Правильно подсказала. Крашные поди. Ой, свои. Ха, русалка. Уж и причесаться нельзя. Оправляйся, оправляйся. Товарищ старшина, разрешите обратиться? Обращайся. Товарищ старшина, а у вас есть жена? Женатый я, боец Камелькова. А где ваша жена? Известно где, дома. А дети есть? Дети? Был мальчонка. Как это был? Да так, не уберегла маманя. Как же так? Бросил у нас женат. Рит, расскажи ты ему все. Расскажу, когда вернемся. Сразу видно, бывалый ты человек, боец Бричкина. Толково устроилась. И крякаешь хорошо. Ничего не заметила. Тихо пока. Ты все примечай, Лизавета. Кусты, где не шелохнутся ли. Птицы не шевуршатся ли. Человек-то лесной, все понимаешь. Угу. Хорошо-то как. Будто и войны нету. Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привет? Что ж ты, дроли, не поешь? Аль твой дроля не пригож. Прибаутка была в наших краях такая. А вы здешний, товарищ старшина? Служил здесь долго. А у нас поют. После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем. Честное слово? Ну, сказал ведь. Ну, глядите, товарищ старшина, обещались. Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумье ль вас, надежда ль весть, одни войны, одни свободы, кровавый отцвет в лицах есть. Кровавый отцвет в лицах есть. Кому читаешь-то? Кому, спрашиваю, читаешь-то? Никому, себе. А чё же в голос? Так ведь стихи. А, глаза портишь. Светло, товарищ старшина. Да это я так вообще. Ты на камнях не сиди. У него стынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть. Шинельку подстилай. Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.
А в голос все-таки не читай. Вечеру воздух сырой, тут плотный, а зори здесь тихие. И потом услышь наш на 5 верст. Ты чё, скукожилась? Ну чё, холодно? Да не рвись ты. Жар у тебя, товарищ боец. Вот оно, болотце-то. Вот он, сапог. Так примешь? Или разбавить? Чё это? Микстура. Микстура, спирт! Спирт! Ну, я не буду. Пей. Не буду я? Пей без разговору. Приказываю, пей. Пей! Ой, мамочка. Не дыши. Мама у тех будет, кто войну переживет. Ой, голова побежала. Ничего. Завтра догонишь. Как же в бешенели-то? Не боись, я здоровый. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу. Выздоровей. Я постараюсь. Мама у тех будут, кто войну переживет. Что, немцы? Лежи, лежи. Всем спать приказано. Ну что, Галка? А Рита где? А Рита с Васьковым осталась. Как ты? Надо еще давай лапнику наломать. Угу. Чудеса. Угу. Спи. Ноги-то поди гудят с непривычки. Чего-чего, привычка есть. Вы бы отдохнули, а я подежурю. Белобоги шебуршатся. Значит, идет кто-то, тревожит их. Кройся, Ина, поднимай бойцов. Есть. Мигом, курвичку мне. Ну, чтоб скрытно. Ни-ни. Правильно решили. Будешь рядом для связи. Не высовывайся только. Не высунусь. Да что? Так нет же никого. Тут они. Ряду, на который мы лежим, оглядывают. Потому нет у них другого пути.
Тони. Видишь? Вот они. Оба два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Кукушка, кукушка, сколько мне жить? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.